Ребят, еще хотел бы быстренько пробежаться по чемпионату Испании, где Бенвента будет принимать Сампдорию. Я думаю, что здесь игра, скорее всего, закончится в ничью. Удинезе будет играть против Вероны. И я думаю, что здесь победа Удинезе. Парма-Болонья я бы советовал здесь поставить на победу первая или ничья. Милан будет играть против Кротоне. Я бы здесь сделал, естественно, ставочку на Милан на победу первой. И что касается поединка Лацио-Кальяри, он, наверное, будет самым насыщенным, самым интересным. Я думаю, что здесь обе забьют, и тотал будет больше 2,5. А если, ну, чтобы не рисковать, я здесь бы поставил на победу второй или ничью. Вот такие вот у меня прогнозы на чемпионат Италии. Так что подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить свежие прогнозы от меня. Всем приятного футбольного вечера.